Бутовка! Да хватит! Ничего не хватит! Ты, дурацкая бутовка! Да успокойся, Леня! Ну хватит его троллить! Ты достал! Что ты над ним смеешься? Давай его лучше пример решай на доске! Иди, ладно, хорошо. Можно я знаю, как решить этот пример! А что с ним не так? Напиши в комментариях. Карапуль, а что я тут делаю? Тетра, туда вставай, пример решай. Нет, я пойду решать пример. Ах ты, зараза такая. Ну ладно, давай решай. Ага, 3 плюс G. Ага, ну тут все понятно. Нет, хватит. Вот тебе получает. Ты морковка от снеговика, понял? Все, ты меня достал. Это было. Так ему и надо. Ёй, а ты не думаешь, что он на тебя мог сейчас сильно обидеться, а? Да, Лёня, это было как-то некрасиво. Чего там? Я тоже почувствую. О нет. Ну у нас что, пожар в классе? Все на выход, бегом! Ты то и то смотришь, по, и там, и там. Да? Угу. А читал? Занимался, читал? А читал. Что ты читал? Про фиктиков. Кому ты читал про фиктиков? Папе? Нет, Иисусу. Кому? Иисусу. Не поняла. Только аккуратнее, пожалуйста, прошу вас. Нет. Не досчитался, где еще один человек? А, вроде все здесь, вот, где Леня? Стоп, где? Нет, а почему это он пошел так? Извините, мистер учитель, но я должен пойти за ним. Нет, ты никуда не пойдешь. Так, тут же можем погибнуть. В школе пожар, туда заходить запрещено. Но, там же мой друг, пустите меня к нему. Никаких но, слушай, что тебе старшие говорят. Должно быть где-то здесь. Сейчас, секунду. Ты здесь? Нужно искать в другом месте. Так, думай, где же она может быть? Ага, кажется, догадываюсь. Кабинет начальных классов. А, скорее! Нужно туда добраться! Жарко-то как жарко! Огонь уже добрался и до сюда! Нужно срочно что-то предпринять! Ты Я должен это сделать.
Прекрасный день, друзья! Этот орден! Орден за мужество! Орден за храбрость! Орден за смелость! Я бы хотел вручить его одному очень важному человеку, без которого вся наша школа бы сгорела! Чё ревёшь-то? Он же ещё даже не наградил тебя! Ну ты чё? Чё-чё? Я слово не могу разгадать под это! Лень, так там же слово легкое. Давайте, ребят, вы напишите в комментариях, что слово там прочитали. Все тихо, слушай речь. Я бы хотел вручить этот орден нашему прекрасному, великому учителю. Именно он в это непростое время выделил минутку и позвонил пожарным. А еще на тариф закиньте мне, я со своих денег звонил. Чего? Что же, держите ордер! Что? 15! Что 15, Лёнь? Пошли давай домой! 15 миллионов лайков хочу! Не, ну ты давай сильно-то не зажирайся! Да чё вам, сложно что ли? И, блин, капец! Ладно, пойдем, ладно! А сейчас сколько пальцев показываю? Мистер дяденька, может вы меня отпустите домой? У меня правда-правда уже голова не кружится! А живот не болит? Нет, дяденька, я прав...